Люберецких руководителей отрядов юных инспекторов движения проверили на знание правил безопасности. Это стало частью семинара-совещания для педагогов, посвященного правильному поведению детей и взрослых на дорогах. На права сдавал очень давно, поэтому некоторые вопросы для меня вызвали затруднения, и я, к сожалению, даже на них не смог ответить. Пройти электронное тестовое задание на знание правил дорожного движения, как оказалось, задача не из легких. Но как бы то ни было, теперь это обязательно для всех руководителей отрядов ЮИТ в Подмосковье. Инициатива главного управления ГИБДД появилась не случайно. Как показал опыт, далеко не все педагоги, работающие с юными инспекторами, помнят ПДД. В таком случае, чему же можно научить детей? По имеющемуся анализу в некоторых районах, проведенных управлением ГАИ, педагоги, которые работают с ЮИТами, к сожалению, абсолютно не знакомы с правилами дорожного движения, что, в принципе, вызвало некоторую такую интересную реакцию у сотрудников управления, сотрудников пропаганды управления ГАИ, которые за эту работу отвечают. Кроме тестирования, для руководителей ЮИТ провели лекцию по правилам проведения конкурсов для отрядов юных инспекторов дорожного движения. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.